Добрый вечер. Добрый. À, так, hôm trước chúng ta đã học gì nào? Hôm trước chúng ta đã học cái bài đọc này đấy. À, bài đọc này trông hơi khó đọc đấy. Đấy. Nhưng mà nghĩ rằng là em đã đọc được rồi. Tắt hết số. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc thử lại nào. Em đọc thử nào. Nó. Dạ. Rồi. Đến đọc đi. Unas ya de porque. Đã. Seychelles Fetcher. Fetcher. Сейчас вечер, а вечером, как ты знаешь, я люблю писать письма. Ты спрашиваешь, как я живу и учусь. Петербург – большой и красивый город. Я уже была в Эрмитаже, в Русском музее, видела Ленуса и Петропавловскую. Крепость. Петропавловскую крепость. Крепость. Крепость, да. Кстати. Крепость. Крепость, да. Кстати, в Эрмитаже я встретила нашего испанского друга Марка. Он сейчас работает здесь, в испанской фирме. В испанской фирме, да, хорошо. Испанской фирме. Да. Я уже писала, что живу и что живу в русской семье. Да. Они не работают. Они не говорят по-фински и по-английски. Да. И я много говорил по-русски. Говорил по-русски. Да. Утром я завтракаю дома. Да. Потом у меня занятия. В языковом центре. Это так? В языковом центре. В центре. Это так интересно. Интересно. Вечера на уроке я рассказывала по-русски финскую краску. Вчера. Уютном кафе. Потом у нас экскурсия или лекция. Хорошо. Лекция. А вечера мы были в Казанском соборе. В Казанском соборе, да. А вечером? А концерты с театром дискотеки. Но... Но и работаю я тоже много. Да. Иногда я учу слова даже ночью. Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Пиши часто. Угу. Я думаю, ты понимаешь, как это важно.
Ты понимаешь? Ты мани Ты. понимаешь, Ты и мой как мы, да? это Как это важно. ты Хорошо? ты Да. Хорошо. А где Сирпа живет сейчас? Где она живет? Сирпа. Ну, где она живет? Сирпа Хорошо. Так. Ну. живет Где она живет? Сирпа живет Мишель. Нет. Ой, А, Мишель. Сирпа, где она живет сейчас? Где она сейчас живет? Сирпа. Сирпа. Так, Сирпа, это кто написал это письмо? Кто писал это письмо? А, ведь бы ты, наверное. Кто писал это письмо? Кто Сирпа. писал, да? Кто писал это письмо? Да, бада вот эти тогда, да? Кто писал это письмо? Сирпа, да? Сирпа, да? Написала это письмо. Писал Да? это Сирпа письмо. написала это письмо, хорошо. Где Сирпа сейчас живет? Где она живет? Где она живет? Койдан самой давай. Где она живет? Она живет в Петербурге. Она живет в Петербурге. Да ты жить? Мне ты Петербург. жить, да? Жена, да? Она живет Она живет в Петербурге. Петербург. Да. Хорошо, а сколько времени она уже живет в Петербурге? Сколько Сколько? времени она уже живет в Петербурге? Сколько времени она уже живет в Петербурге? Сколько времени? Сколько времени? Да. Банилауза. Балау. Балауза, да? Сколько она живет? Сколько времени она живет в Петербурге? Она Человек. уже не А, стать. да, она. Она живет? Она уже живет в Петербурге, да? Или она живет в Петербурге? Сколько? Она живет в Петербурге. Уже? Уже не сад. Месяц. Не сад. Месяц. Месяц. Не сад. Месяц. Не Месяц. Chúng ta phát âm cái từ này nhé. Chúng ta phát âm mi. Mi, đấy. Up. Mi. Не сад. Đấy. Не сад. Сяд. Не сад. Месяц. Хотите с? Нет, С. Да? Месяц. нет, Месяц. Месяц. Уже месяц. Хорошо? Так. Хорошо. Что она любит делать вечером? Что она любит делать вечером? Вот. Что она любит делать вечером? Что она любит делать вечером? Она любит писать письма. Chúng ta phải dùng cái từ cuối cùng này đấy. Để cái từ cuối cùng này. Вечером она любит писать письмо. Đúng không? Письмо. Так. Письмо. Вечером она любит писать письмо. Хорошо. Так. Какой город Петербург? Какой город? Петербург. Большой. Петербург большой Да? И и красивый красивый город, да? город. Петербург. Большой, красивый город. Я уже была в Эрмитаже. Где она уже была? В Петербурге. Где она уже была? Где она уже Она была в Петербурге? где
Again, as a Anna word. Pula, Anna Pula, Anna, Anna, où je Où boule j'ai des boulin? permitages, permitages. Так, в Петербурге Un petit courrier, она Anna, où je boule уже была в des permitages. Эрмитаже и Эрмитаж и русском русском музее, да? музее В русском музее, да? Так, а что она уже видела? Что Анна она уже Бибиала видела? Анна Бибиала Ленинград и Петропавловскую А, да. Она уже видела летний сад, да? Летний Летний, сад она уже видела летний сад и Петра и Павловскую. Петропавловскую Петропавловскую крепость. Петропавловскую крепость. Крепость, да? Она уже видела летний сад и Петропавловскую крепость. А хорошо. Кого она встретила в Эрмитаже? Кого она встретила в Эрмитаже? Она встретила наш она встретила испанского друга Марка. А, хорошо. А, сначала. В Эрмитаже она Вермитаже она встретила встретила их. их Их, вела, их, кого, да? Их, или кого, ама, да? Их. Испанского друга. испанского друга. Друга, да? А, как? А, она встретила их испанского друга в Эрмитаже. Как его зовут? Как его зовут? А, Айман, это Его Лазин. Как его зовут зовут? Марка. А, его зовут. Как его зовут? Телесана. Его зовут Его Марка. зовут Марк. 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 Марк, Марк. Марк. Марка. Да? Марк. Да? Где он сейчас работает? Он сейчас работает в испанском фирме. А, сейчас он работает в испанской фирме, да? Испанском. Сейчас он работает. Давай. Где он сейчас работает? Сейчас, не начало. Сейчас, надо и Да. нукал, да? Сейчас Это он вот так. Он работает работает. в испанской фирме, да? Испанском фирме. Он сейчас работает в испанской фирме. Хорошо. Так, Кинда Семтеп, Семтеп, так, да? Я уже писала, что я живу в русской семье. Где она живет? Где она живет? В какой семье? В какой семье? Семь. Ме. В какой семье? Семья. В какой семье она живет? Да. В какой семье она живет? Семье. Семья. Семье. Она живет в какой семье? Русском семье. Русской. Русской, Русской. русской семье. Она живет в русской семье. Знаете, замкать, да? Окасал, да? Русской семье. В русской семье. Она живет в русской семье. Так, они говорят по-фински и по-английски. Они в этой Они нет. семье говорят по-фински По-фински. и по-английски. По-английски. В этой семье, они в этой семье говорят по-фински и по-английски. Телеса? Нет. Нет, Они не говорят не говорят ни по-фински, по-фински, не по-фински,
Нипофинский. À, chúng ta sử dụng cấu trúc câu mới đấy. Ừ. Anh như người vừa nói Nipofinski. Ni Ý pa Ý Ba Angliski. Anh Đấy. À, ở đây em thấy có cái gì là mới đối với em nào? Đó là cấu trúc câu có hai từ nhi này. Đấy. Như nào? Đấy. Nhi. Ok, đấy. À, nhi. Nhi này. Đấy. Nipa Finski. Nipa Angliski. Đấy. Có nghĩa là họ không nói tiếng Phần Lan mà cũng không nói tiếng Anh. Đấy. À, đấy. À, như vậy đấy. Nipa Finski. Nipa Angliski. À, đúng không? Đấy. Đó. À, em thấy ở đây là nó là hai lần phủ định. Lần phủ định thứ nhất là gì? Là nhe. Xong rồi nhi. Đấy. Nhe, nhỉ. Được chưa nào? Đấy. Đó là cái cách Nghe nói của rồi. tiếng tiếng Nga đấy. Cấu trúc này, cấu trúc rất hay, nó nhấn mạnh đấy. À, họ không nói tiếng Phần Lan mà cũng chẳng nói tiếng Anh, kiểu đấy. Kiểu như thế đấy. Tác vụ đấy. À, tác. À, хорошо. На каком языке? На каком языке? Сирпа говорит много. На каком языке Сирпа говорит много? На каком языке? Chúng ta có cấu trúc câu. На каком языке? Là cô ấy nói bằng thứ tiếng gì? На каком языке говорит Сирпа? Много. Сирпа À, trả dường lời là sai. viết Сирпа говорит много. Đấy. mình ở па Па русский русский. Đấy. па русский Да, Сирпа говорит много по-русски. Đấy. па русский À, хорошо. Сирпа говорит много по-русски. viết À, хорошо. русский. Так. А, где она завтракает? Где она Она завтракает? завтракает. Где она завтракает? Где она завтракает? Она завтракает дома. Она завтракает дома, да? Она завтракает дома. А, хорошо. А, Дома. что она делает после завтрака? Что она делает после завтрака? Chúng ta có câu trúc câu после завтрака là sau bữa ăn sáng. Что она делает после завтрака? Trả lời. После После завтрака завтрака она или gì? У нее у занятия. Đấy. занятия Где? в языковом центре. В языковом центре. Языковом После центре. завтрака у нее занятия в языковом центре. Да? Что она делает в языковом центре? Чего она каучуков? В языковом центре. Да? Что она делает в языковом центре? Cô ấy làm gì ở trong cái trung tâm ngôn ngữ này? Anna Языковом центре она. Anna рассказывала по-русски. Она учит Она учит русский язык. русский язык. Да? Да, да. А, Она да. учит русский язык. Это языковой центр. Что там делают? Там учат русский язык. Да? А, да, да. Так, что она делает в языковом центре? В языковом центре она учит русский язык. А, да? А ей там было интересно? Ей было интересно? Ей было там интересно. Ей было там интересно? Là cô có thích học ở đấy không? Ей было там интересно? Chúng ta nhìn thấy đây là câu trúc câu này. Nhé. Câu trúc câu đây, đây là gì đây? À, interesting là gì? Đó là trạng từ đấy. À, đó là gì? Cách 3. Cách 3. Đấy. Cộng với interesting. Interesting. Đấy. Cộng với trạng từ. Cách 3 cộng với trạng từ. Đấy. Ей было там интересно. Đấy. Đó. À, đây là câu trúc câu nó như vậy đấy. Em nhỉ? Đấy. À, ей было интересно. Так. À, ví dụ bây giờ em muốn nói là em rất thích học tiếng Nga. Мне было. À, мне интересно. Интересно. Да? Учить. Русский язык.
Мне Мне было интересно, интересно, мне интересно учить русский язык. Мне интересно учить русский язык. Em nhìn thấy đây là câu chủ đề ở cái ba này. Đấy. Đó. Đấy. À, thế là đây là gì? Anna thì thành là gì? Gì? Đấy, gì? Gì? Ей там было интересно? Câu hỏi. Ей там было интересно? Trả lời sao? Да. Ей там было интересно. Đấy. Ей там было интересно. Đấy. Чинкова câu. Вчера на уроке она рассказывала, я рассказывала по-русски финскую сказку. Да? Что она рассказывала вчера на уроке? Что она рассказывала вчера Хорошо. на уроке? Окей. Что она рассказывала вчера на уроке? Что она Вечера на рассказывала вчера уроке. на уроке? Вечера No. на уроке Вчера на она уроке. рассказывала. Вчера на уроке она Она рассказывала. рассказывала Да? по-русски финскую краску. Ага, да? По-русски. Финскую. Финскую. Сказку. Сказку, да? Финскую сказку. 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 Сказка лазивая. Là câu chuyện. Câu chuyện gì? Câu chuyện cổ tích. À, câu chuyện cổ tích đấy. Вчера на уроке она рассказывала по русски финскую сказку. А тебе нравится сказка? Тебе нравится? Тебе нравится сказка? Тебе нравится сказка? Ну? Câu này có nghĩa là gì nào? Тебе нравится сказка? Нравится. Нет? Ну ты нравится ли зивай? Quen phải. Quên rồi. Đấy. À, хорошо, хорошо. À, так. Có, như vậy là à, động từ нравится có nghĩa là thích. À, ý hỏi là em có thích chuyện cổ tích không? Đúng rồi. Em có thích chuyện cổ tích không? Đấy. À, конечно, конечно. Lẽ dĩ nhiên rồi, đấy. À, конечно. À, мне нравится сказка. Lẽ dĩ nhiên thích chuyện cổ tích rồi, đấy. Мне нравится сказка. А, так вот. А, хорошо. Так, она рассказывала по-русски финскую сказку, да? А, хорошо. Что она делает днем? Что она делает днем? Днем Что она делает днем? она обычно делает Что она не делает? Она обедает где? обед, Днем. Днем. Она днем обычно, обычно, да? она обычно Она обычно обедает. Где? обедает Обедает. на В маленьком 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 уютном, да? уют Кафе. ном А, так. кафе Днем она обычно обедает в маленьком уютном кафе. Что она делает потом? потом она экскурсия А, или человек. Потом у нее. у нее А, потом у нее потом у нее экскурсия. Потом у нее экскурсия экскурсия или или лекция. лекции Да? Потом у нее экскурсия или лекция. А, так, хорошо. Где они лекция были вчера? Где она была вчера? Где она она была была вчера? вечера Где она была вчера? Человек. вечера Вчера она она была. была Казанском А, в Казанском. соборе. Казанском собор. Казанском Собор, соборе. да? Собор, собор là một cái nhà thờ, đấy. Nhà thờ собор, đấy. Nhà thờ thì Соборе. gọi là церковь. Nhà thờ gọi là собор. А, хорошо. А, что у нее вечером? Что она делает вечером? Что она делает вечером? Вечером она
Но вечером у нее Вечером у у нее à, chúng ta sẽ dùng, nếu mà ở đây người ta nhiều dùng danh từ chúng ta sẽ dùng u nhiều đấy, u nhiều thì nào, Vechiron u can nhiều xỉa Con tí, tiết tưới can xỉa tí Tiết giả tưới gì nữa nào, Tiết giả chia tưới tí Tiết ili con giska Tiết chia con tí tiết tưới Tiết giả à, tiết Vichiro tưới như can xỉa tí chia Tiết tí ili tưới giska chia tí đấy, так вот, хорошо. А когда она учится? Когда она учится? Когда она учится? Các từ đàn là Nó, когда она учится? учится слава Она учит она новые учится слова, да? Новые новые слова слова ночью. đáng Ночью. ночью Да, она учит новые слова ночью. А, так вот. А, так, это значит мы уже вот составляли вопросы и отвечали на них, да? А, так вот. А, давайте еще раз так. А, я буду спрашивать, хорошо? А ты будешь отвечать, хорошо? А кто написал это письмо? Ну, кто написал это письмо? Кто? Кто написал? Кто написал это письмо? Написал это Письмо. Кто сын. написал это письмо? Да. Кто написал это письмо? Сырба. Сирпа. Сирпа написала это письмо. Сирба написала Написала это это письмо. письмо. Хорошо. А где она живет? Она живет в Петербурге. В Петербурге. Хорошо. А, так. Сколько времени она уже там живет? Сколько времени Она она там живет? там живет Там là ở đó, đấy. Она Đấy. живет там Она живет уже там уже. месяц. Уже месяц, да? Что она любит делать вечером? Вечером она любит писать письма. Письмо, да? Какой город Петербург? Петербург большой красивый город. Большой красивый город. А где она уже была в Петербурге? В Петербурге она уже была в Эрмитаже и Русском музее. Да, в Эрмитаже и Русском музее. Что она видела еще в Петербурге? Она еще Что думает, она наверное, видела? Что она видела? что Что она видела? Уже видела в Петербурге? Но она уже видела Летний сад Летний и сад. Петропавловскую И Петропавловскую Петропавловскую крепость, да? Петра, да вот, Петропав Петропавловскую Петропав крепость, да, Петропавловскую Москвы. крепость. Хорошо, Петропавловскую. кого она встретила в Эрмитаже? Кого она встретила в Эрмитаже? В Эрмитаже она выстрела их. Выстрела их Испанского испанского друга, друга. Она встретила их испанского друга. Как его зовут? Его зовут Марк. Его зовут Марк. Да? Где он сейчас работает? Сейчас он работает в испанской фирме. В испанской фирме. Хорошо. В какой семье она сейчас живет? Она живет в русской семье. А в русской семье, да? А люди в этой семье говорят по-фински или по-английски? Нет, они не говорят ни по-фински, ни по-английски. Ни Не по-фински, по-английски. ни по-фински, ни Не по-английски, да? Ни по-английски. по-английски, да? На Не каком языке Сирпа по-английски. говорит много? Сирпа говорит много по-русски. По-русски она говорит много по-русски, да? Где она завтракает?
Она завтракает дома. Дома. А где она обедает? Обедает. Где она обедает? Обедает. Обедать. Обедать là gì? Завтракать là ăn sáng. Обедать là ăn trưa. Đấy. Где она обедает? Хорошо. Где нам завтрак? Она завтракает дома, хорошо. Что она делает после завтрака? Что она делает после завтрака? После завтрака у нее занятия. Занятия языковым центре. Центр. Центр, да? Что она делает в языковом центре? Что она делает в языковом центре? В центре она учит русский язык. А, она учит там русский язык. Да? Ей там было интересно? Ей было там интересно? Ей было там интересно? Не интересно. Ну, интересно? Да. Не интересно. Да. Да, 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 ей там было там интересно. Было... Cái câu mình interest là câu hoàn toàn không không dính dáng gì đến đây đấy, chẳng qua để giáo viên thêm mà cho em để mà học thêm mà đấy đấy em chưa nào. À, em có thể học thêm cái câu мне было интересно учить русский язык. Мне интересно учить русский язык là tôi thích học tiếng Nga đấy. Tôi học tiếng Nga rất là thú vị, tôi rất là thú vị khi được học tiếng Nga đấy. Em chưa nào đấy. À, thế còn cái câu hỏi là gì? Ye было там интересно. À, cô ấy ở đấy cô có thích không? Да, ей там было интересно. Đúng rồi, cô ấy rất thích ở đó. Đấy. Đấy. Что она рассказывала вчера на уроке? Что она рассказывала вчера на уроке? Вчера на уроке на она рассказывала по-русски финскую краску. Финскую сказку, да? А тебе нравится сказка? Тебе. 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 Тебе ли эм, да? Эм, вот ты, вот ты, тебе нравится сказка? Конечно. Конечно, конечно, мне нравится сказка. Конечно, мне. Нет, ты делай, да? А, да? Конечно, мне нравится сказка, да? Нравится краска. Сказка, да? А, да? А тебе нравится красивая машина? Тебе нравится красивая машина? Красивая лази? Тебе нравится красивая машина? Тебе нравится красивая машина? Ну? No. Машина. А. Красивая. Красивая. Машина. Тебе нравится красивая машина? Вот. Красивая, красивая. Машина. Да. Красивая машина. А где его? Красивая машина. Машина лази. Красивая. Какой мы да? Да? А. Да? Красивая. Машина, машина. Красивая. Красивая, да? Красивая машина. Да? Ото. Да? Разве красивая. Но? Красивая, дед. Красивая. Красивая, да? Красивая. Эм, вот ты красивая, то, да? Да? Конечно. Нет? Конечно, да? Конечно. Кому это не нравится? Кому это не нравится? А, кому? Кому? Она не нравится. Она? А, да, я как камтан, да? Кому она не нравится? Ай, мы хум тынь, да? Да, то на кому она не нравится? Лази. Ай, мы хум тынь, все дэп, ай, мы хум тынь, да? Видите? Вот так, да. А, тебе нравится красивая машина? Тебе нравится сказка? Да? Конечно, это мне нравится, да? Так. А хорошо, а что Сирпа делает днем? Что Сирпа делает днем? А днем она обычно обитает в маленьком уютном кафе. Уютном, вот, вот это слово обедает, да? Обедает. Где она обедает? Обедает. Где она обедает? Обедает. Где? Где она обедает? Кафе. Ну? Кафе. Кафе. Она обедает в кафе, да? Она обедает в кафе, да?
Она Она обедает обедает в кафе, да? Хорошо, а что она делает потом, после кафе? Что она потом кафе. делает? Потом у нее экскурсия или лекция. Потом у Лекция. нее экскурсия или лекция, да? Где она была вчера? Она вечера она была в Казанском соборе. А, вчера она была в Казанском соборе, да? В каком соборе она была вчера? В каком соборе? В каком соборе она была вчера? В каком соборе она была вчера? В каком соборе она была вчера? Казанском. В Казанском, да? А, человек. Она была вчера в Казанском соборе, да? В Казанском Она соборе. была вечера В в Казанском соборе. Казанском В Казанском соборе. соборе. Хорошо. А что она делает вечером? Вечером у нее концерт, театр Концерты, или театры или дискотеки. 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 Дискотеки, да? Дискотеки. Хорошо, а когда она учится? Она учит новые слова Ночью, да? ночью. Ночью, да? А, хорошо. Так. А, это как она живет там в России, да? А, это Сиропа, девушка. Кто она? Кто она такая, девушка? Сиропа. Какого Сиропа Анила? Айвай. Кто она такая? Ну? Ну? Кто она такая? Муж. Кто она? А, кто она такая? Сирпала Айвай. Кто она такая? Мила. Ла Койла Айвай. Да? Ко Ай. Она жена. Ла Айвай. Câu hỏi như vậy đấy. Với là ai vậy? Кто она такая? Đấy. Trả lời sao nào? Sirpa. Finka. Cô ấy là người Phần Lan. Đấy. Sirpa Finka. Nhớ chưa nào? Đấy. Anna Finka. Поэтому она говорит по-фински, да? Сирпа Финка и она экскурсовод. Она экскурсовод. Она экскурсовод. Нhớ lại chưa nào? Đấy. Đấy. Экскурсовод. Biết rồi, biết hết rồi đấy. Đúng. Đấy, nó học hết rồi, quên rồi đấy. Học hết rồi và cũng quên rồi. Đấy. À đó. À, các em học là gì? À, phải nhắc lại liên tục đấy. Những cái bài cũ phải xem lại liên tục, càng xem nhiều càng tốt đấy. À, xem nhiều thì là gì? Là mình nhớ lại thôi đấy. Sirpa fin cả. Anh ấy vốt đấy. Vốt. Какой ее родной язык? Какой у нее? У нее родной язык. Какой у нее родной язык? У нее родной язык А. финский. А, чё, Александра? Ее родной У язык. нее родной язык финский. Финский, да? Финский. Ее родной язык финский, да? Так. Она говорит по-английски. Она говорит по-английски. Она говорит по-английски. Нет. Как нет? Она же экскурсовод. Она экскурсовод. Кто такой экскурсовод? Экскурсовод это кто? Экскурсовод là người gì? Là người Да, hướng dẫn viên du lịch đấy. да. Она должна говорить по английски, да? А, да? Trả lời sao nào? Она говорит А, конечно, по-английски. конечно, да? Она должна, должна là gì? Cần phải, да? Она должна говорить по английский, да? Она должна говорить по-английски, да? Почему? Потому что она экскурсовод. Потому что она экскурсовод, да? Конечно, она должна говорить по-английски, потому что она экскурсовод, так? Ну вот так вот. Хорошо, вот это про нашу девушку, да? Но. Đó là toàn bộ câu chuyện về cô gái của chúng ta. Đấy. À, đấy. À, спасибо. До свидания.